Ты написала письмо Владимиру Владимировичу. Да. Ты его благодаришь. За что ты его благодарила? За то, что спас нам жизни, как бы отвел нас, ну, дал возможность перебраться как бы сюда, в Россию. Мы были в Египте, там, ну, в гостинице, как бы. И вот тогда нас разместили, вот, и вот я написала тогда это письмо. Тебе сама пришла идея, да, написать? Ты же хочешь, чтобы он прочитал это письмо? Да. Тебе захотелось сказать спасибо? Да. Кому? Президенту. За то, что отвел нас в безопасное место, помог нам добраться до России. Вот. А о чем бы ты его еще хотела попросить? О чем важно? Ну, чтобы... Просить, чтобы закончилась эта война, чтобы он помог прекратить ее, чтобы... Ну, чтобы все родственники как бы могли перебраться в безопасное место. А в России тебе нравится? Да. А где больше нравится, в России или в Газе? В России, в Газе. В России, в Газе.